Хабиб Нурмагомедов признан лучшим иностранным спортсменом года по версии BBC. Данная награда вручается спортсменам не из Британии, которые внесли наибольший вклад в спорт за год. Российский боец ММА обошел в онлайн-голосовании шведского прыгуна с шестом Армана Дюплантиса. Американского баскетболиста Лос-Анджелес Лейкерс, Леброна Джеймса и других. Напомним, Нурмагомедов 24 октября удушающим приемом победил американца Джастина Гетчи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC. Сразу после боя спортсмен объявил о завершении карьеры. Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах.